помимо квалификационного экзамена, то есть наличие квалификационного аттестата у руководителя, есть еще ряд иных квалификационных требований, в отношении которых и проводится проверка после подачи заявления соискателем. Во-первых, регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации. Второе. Это наличие квалификационного аттестата у руководителя. Это задача для каждого из нас, для каждого жителя нашего Пермского края, безусловно, должна означать одно – максимальная прозрачность начисления услуги, процесс ее выставления каждому гражданину. Выдача первых лицензий начнется в марте. Отметим, по поручению губернатора Виктора Басаргина, правительство Пермского края наводит порядок в сфере ЖКХ. Помимо лицензирования управляющих компаний, в регионе предпринят ряд мер для прозрачности работы управляющих компаний. Создан краевой расчетно-кассовый центр, где происходит расщепление платежей. Средства жителей на оплату жилищно-коммунальных услуг поступают сразу коммунальным предприятиям. С этого года начнет работать и сайт «Электронная ЖКХ», на котором будет собрана вся важнейшая информация по каждому конкретному многоквартирному дому.